Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте увидеть по ник по регистрации. Также можете увидеть по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Я, конечно, пацаны, все понимаю, но как бы уже на секундочку, какое число? Марта. 14 марта уже. И Дед Мороз просто стоит в АФК. Мне кажется, уже пора как бы менять свой лук. И можно уже переодеваться в более обычную одежду, чем Деда Мороза. Чего я, пацаны, заметил? То, что не прогружается текстура нормально. Я не знаю, это, скорее всего, проблема в серваке, но... Вот здесь деревня находится, но нихера не прогружается вообще абсолютно. Я не знаю, в чем проблема. Возможно, какие-то DDoS-атаки, либо еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Хотя тут лагает, конечно, людей очень много. Онлайн почти 500. Людей очень много. Просто видите, сколько там людей... У меня FPS 40 показывает. Ну там, наверное, человек 50 точно есть, я думаю. Итак, давайте заезжаем в деревню эту. Здесь вообще ничего не прогружается нормально, как вы можете заметить. Вот, дорога прогружается очень долго. Вот я еду, и дорога вообще еле-еле прогружается. Ну, короче, какая-то хрень с серваком происходит. Кстати, нихера себе домик большой такой. Я его что-то раньше не видел. Так, пацаны, короче, вот такой домик находится у нас возле Нашана. Я его как бы раньше не видел. Скорее всего, это дом под заказ. Потому что он такой один здесь. Ну, реально прикольный такой домик. Дверь как бы неравномерная. И окна, видите, какие. Скорее всего, этот дом просто растянули как-то. И получилось вот такое вот произведение искусства, так сказать. Вот гаражик здесь есть, кстати, один почему-то. Хотя можно было бы еще один добавить, хотя смысл. Зайти мы, конечно же, не можем, потому что это не наш гараж. Но дом реально классный, пацаны, мне нравится. Дом реально порядочный. Итак, пацаны, что я вам еще хотел показать. То, что как бы текстуры еще пропадают, либо маппинг пропадает, я, короче, не знаю. Сейчас я вам покажу. И не знаю, возможно, это из-за того, что много машин на серваке. Ну, в принципе, сами видите, что, что происходит. Ну, полный пиздец на серваке сейчас. Просто очень много людей, большой онлайн. Все лагает, текстуры пропадают. Вот здесь должен быть маппинг. Вот здесь, по сути. Но его здесь нет, он пропал, видите? По сути, заправка в воздухе вот висит. Я не знаю, что за приколы с Родиной происходят. Ну, вы, в принципе, сами видите то, что видите. Здесь должен быть как бы асфальт. Но его здесь нету. Это все пропало. Я это только возле Нашана увидел. Давайте поедем дальше, тоже еще посмотрим. Как бы здесь работы находятся. Работа автобусника и работа разводчика продуктов. И здесь маппинг пропал, как бы. Я не знаю, что это за прикол, но, бля, это как-то странно очень. Нихера себе, блин, я не понимаю, где такие люди деньги берут. Вот у меня 150 тысяч и все. Да, у меня есть там два дома, есть вертолет, есть ламба, но таких денег у меня нету, чтобы прям дом свой купить, собственный какой-то. Вот, дом Данила какой-то. Данил Дамаев. Зайти мы в дом не можем, потому что дверь закрыта. И также у него есть вот такой вот транспорт. Хер 003. Бля, нормально пацаны живут, я считаю, вообще. Изучаем просто дома мажоров, пацаны. Чисто передача, ебать. Ходим в гости к мажорам, называется. И... Так, я приехал еще одну на работу, и... По-моему, здесь то же самое происходит. Короче, пацаны, как я понял, новый маппинг, который добавили для работ, они как бы забагались. Они пропадают, они не полностью прорисовываются. То есть пол маппинга просто куда-то пропадает. Непонятно куда. Ох, как бочком пошла родная. Пошла родная в пляс, как говорится. На серваке реально весело. Я еще голосовой чат не подрубал, но мне интересно вот покататься, поиграть чисто с маппинга там и так далее. Я ни в коем случае не хочу там обидеть проект. Как бы это нормально, то, что иногда выскакивают такие вот проблемы, вот такие вот баги. Как бы это абсолютно нормально. Я уверен, то, что это скоро пофиксят, но это немножко выглядит нелепо, я считаю. Что-то, пацаны, с прорисовкой вообще очень плохо. Даже деревья, видите, плохо прорисовываются. Возможно, это как бы из онлайна, потому что онлайн 530. Возможно, это из-за этого, возможно, из-за чего-то другого. Но маппинг, он именно не прорисовывается, его вообще нету, понимаете, ну. Прорисовка-то ладно, это еще понятно, в принципе. Вот почему маппинг пропал сам по себе, вот это для меня непонятно. Ладно, я думаю, на этом, пацаны, можно, в принципе, завершить. Все, что я хотел вам показал, рассказал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.